Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Новый 2021 год вступил в свои права, и начало его культурной жизни республики отмечено особым, очень значимым и дорогим для многих людей событием. Сегодня, 15 января, исполняется 90 лет выдающемуся композитору, одному из основоположников профессиональной музыки Республики Дагестан, видному деятелю музыкальной культуры России, дирижеру и педагогу, лауреату государственных и международных премий, народному артисту РСФСР, академику РАЭН, профессору, народному артисту СССР и Республики Дагестан Мураду Магомедовичу Кажлаеву. Дорогой Мурад Магомедович, примите наши самые искренние поздравления, восторженные признания в любви, в безграничном восхищении и бесконечной признательности за все, что вы сделали и делаете, подарили и дарите своей республике, стране и миру. С юбилеем вас, уважаемый маэстро, и пусть вдохновение никогда не покидает вас. Сегодня, дорогие друзья, в день знаменательного юбилея мы представляем вашему вниманию «Вечер балетов Мурада Кажлаева», подготовленный творческим коллективом Дагестанского государственного театра оперы и балета. С учетом эпидемиологической ситуации и санитарными ограничениями, и, конечно же, по настоятельной просьбе самого юбиляра Мурада Магомедовича, наш вечер балетов сегодня проходит без зрителей в зале, только в онлайн-трансляции, которую можно посмотреть на YouTube-канале и в Instagram Дагестанского государственного театра оперы и балета. Уважаемые друзья, творческое сотрудничество Мурада Магомедовича Кажлаева с Дагестанским государственным театром оперы и балета началось практически сразу с первых лет основания театра и было таким профессионально насыщенным и плодотворным, что каждая постановка становилась знаковым событием в культурной жизни нашей республики. Сегодня в репертуаре театра оперы и балета три блистательных балета Мурада Кажлаева, фрагменты из которых будут представлены вашему вниманию, дорогие друзья. Балет «Горянка», созданный Мурадом Кажлаевым по одноименной поэме Расула Гамзатова, стал вершиной творческого сотрудничества двух мастеров, объединенных общностью идей и прекрасной личной дружбой. Это был первый национальный балет в постановке Олега Виноградова, получивший в 1968 году сценическое воплощение на сцене Академического Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, ныне Мариинский, занявший уникальное место в дагестанской культуре. В 2020 году только благодаря огромной организационной работе Мурада Магомедовича состоялась еще одна постановка балета «Горянка» «Асият» с приглашением балетмейстера-постановщика, автора первого спектакля народного артиста СССР и Дагестана Олега Виноградова, фрагмент из которой откроет наш вечер балетов Мурада Кажлаева. Thank you.
строка без музыки, без крыла. Ты удружи мне, удружи, и все, что в слове сердцу мило, на музыку переложи. Сложи напев, что лих и буин, чья власть сердечная нежна, пусть горы бьют в луну, как в бубен, а бубен блещет, как луна. Благодаря творчеству Мурада Кажлаева, его профессиональной, общественной и просветительской деятельности мир лучше узнавал о Дагестане. Известный итальянский композитор, мастер киномузыки Нино Рота писал: «Мурад Кажлаев – музыкант, которого я глубоко уважаю за его талант, корнями уходящий в родную землю, но который при этом превосходно пишет и оркеструет песни других народов». В списке произведений композитора сотни названий. И именно Мурад Кажлаев впервые открыл широкому кругу слушателей богатство музыкального наследия страны гор и внес в фонд национального музыкального искусства современные жанры. Первые произведения программно-симфонической музыки, среди которых симфонические картины «Дагестан», первый дагестанский балет «Горянка», первое сочинение для джаза «Африканский концерт», ревю «Миллион новобрачных» для Ленинградского мюзик-холла, многочисленные инструментальные, оркестровые пьесы, камерные и вокально-симфонические произведения, крупные оркестровые сюиты, симфонические танцы, картины, симфонические иллюстрации «Шамиль», песни и романсы, джазовая, эстрадная музыка, получившие восторженный прием слушателей и высокую оценку коллег. Мелодически яркий, театрально-сказочный и прекрасный стиль композитора был широко востребован в кино. По заказам ведущих киностудий им написана музыка к 42 отечественным и зарубежным фильмам, в числе которых первый дагестанский художественный фильм «Тучи покидают небо», известные киноленты «Бархатный сезон», «Любовь моя», «Печаль моя». Созданный по мотивам пьесы классика турецкой литературы Назыма Хикмета «Легенда о любви», советско-турецкий фильм с прекрасной музыкой Кажлаева имел большой успех в прокате. Музыкальные темы фильма, доработанные и дополненные, легли в основу балета, поставленного в Дагестанском государственном театре оперы и балета, заслуженным артистом Российской Федерации, народным артистом Республики Дагестан, народным артистом Республики Ингушетия, лауреатом международных конкурсов Мусой Аздоевым. Прекрасная, наполненная печалью и радостью «Легенда о любви», изумительная музыка Мурада Магомедовича, замечательное сценическое воплощение сразу нашли живейший отклик в зрительских сердцах. Михраб ветров к зениту вознесенных, и смерть иссушит мир без вод страны влюбленных. Когда на небесах любви возникла сила, она для бытия нам землю сотворила. О смертный, разум свой к раздумью призови, и ты постигнешь, мир воздвигнут на любви.
слушайте, слушайте повеление государыни Мехмене-Бану, тому, кто исцелит от болезни сестру нашу Ширин, отдадим 40 стран, сокровищ караван, 40 верблюдов стада. Thank you.
жива и здорова сестра наша Ширинь! Дары вам шлет государня Мехмене Бану!
творческом содружестве с балетмейстером, режиссером Мусой Оздоевым, создателем и руководителем балетной труппы театра оперы и балета, был воплощен еще один проект, безусловно уникальный, смелый, а поэтому и сложный в своем творческом и сценическом воплощении. Это хореографическая драма «Имам Шамиль». Обращаться к такому материалу, в центре которого стоит личность культовая, историческая и легендарная, да еще и в таком непривычном, неожиданном для широкого зрителя сценическом воплощении, было по силам только большим художникам, большим мастерам. И все сложилось. Хореографическая драма «Имам Шамиль» была создана и является достоянием республики. Музыка, удивляющая и восхищающая своей выразительной силой, заряжает всех нас особой энергией. Сценическое пространство, в котором каждое пластическое движение становится еще ярче. Дорогие друзья, мы представляем вашему вниманию фрагмент из хореографической драмы Мурада Кожлаева «Имам Шамиль». Постановка заслуженного артиста Российской Федерации Мусы Оздоева.
Thank you.
Дорогие друзья, завершается вечер балетов Мурада Кожлаева, который посвящен 90-летнему юбилею народного артиста СССР, композитора, маэстро Мурада Магомедовича Кожлаева. Мы еще раз от всего сердца поздравляем нашего уважаемого Мурада Магомедовича с юбилеем. Склоняем головы в глубокой признательности и благодарности за щедрость таланта, великую музыку, неустанную, созидательную, просветительскую деятельность во благо нашей республики, во имя добра, во имя мира. Огромное спасибо, Мурад Магомедович. Здоровья вам и вдохновенного труда. Нам повезло жить вместе с вами в одну эпоху. Спасибо за этот чудесный мир прекрасных созвучий, который вы прекрасно дарили, дарите и еще много лет будете дарить всем нам, вашим восторженным слушателям и почитателям вашего таланта. Дорогие друзья, завершается онлайн-трансляция «Вечера балетов» Мурада Кожлаева. Мероприятие подготовлено Дагестанским государственным театром оперы и балета, и мы от всей души благодарим всех, кто принял участие в организации и проведении нашего юбилейного вечера. Спасибо вам всем, дорогие друзья. Музыка нас объединяет и возвышает. Спасибо, маэстро Мурад Магомедович Кожлаев. Вел юбилейный концерт народный артист Республики Дагестан Алексей Тимохин. Thank you.